У меня нет. Энигмы комбинации. Редакинг вот-вот разорвет Викторион на части. Я обдумал 130 способов вмешаться. Но мы никак не можем ей помочь. Это не значит, что мы не можем попытаться. Пусти ее, гад ползучий. Берегись, Виблейд! Ты что, ищешь смерти? Все любопытнее и любопытнее. Редекинг требует тайну объединения от Виктории. Но почему? Над этой загадкой лучше поразмышлять позже, если повезет. Эй, привет! Хочешь энигму? Так у Виктории ее нет! Она у меня! Отдай мне энигму! Наверное, это было не самое умное из моих решений. Я неблагодарна за то, что спас меня, друг Перцептор. Клянусь, я не позволю тебе погибнуть. Это весьма успокаивает. Какой план? Просто продолжаем делать то, что мы делаем. Вы прекрасно следуете плану. Несомненно, это энигма комбинации. Время не повредило твой острый взгляд. Только Сомус Прайм могла создать столь могущественный артефакт, который сиял бы такой красотой. Энигма сбереглась тысячелетиями, но я никогда не задумывался о ее подлинной красоте. Я смотрел на эти вещи, как на инструменты. Теперь искусство и мастерство, воплощенное в ней, поможет мне вернуть самое драгоценное произведение искусства из когда-либо созданных. Ну что же, Мегатронус? Конечно, ты согласен с тем, что Реквием Бластер слишком мощный, чтобы кто-либо овладел им. Теперь, когда он выполнил свое предназначение, позволь мне уничтожить его. Может быть, для него найдется еще предназначение, Сомус Прайм. Великие опасности и катастрофы были предсказаны во вторых пророчествах. И вообще,
Я не осуждаю твою любовь к энергии разрушения, Мегатронус. Я сделаю для тебя новое оружие. Два новых оружия. Я бродил по этой планете с первых дней ее существования и брался за много видов оружия, как заурядного, так и превосходного. Мне кажется, мне можно доверять, когда у меня в руках бластер, даже тот, который был побежден Юникрон. Возможно, ты прав. Но такой риск не должен принимать никто. Ты обижаешь меня, Солнце Прайм. После всех этих циклов, я думал, ты знаешь меня. Как ты? Я прожила тысячелетия. Достаточно долго, чтобы узнать. Неважно, каковы были намерения, все может обернуться совсем иначе. Прекратим эти глупости. Разве это глупости? Нет, этого не должно. Я не хотел. Мегатронус, зачем ты разрушил наше единство? Вот так. Нет, 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 нет. Не уходи! Не покидай меня! Вместе я чувствую, мои подручные основательно потрудились. Хорошо, они продолжают выполнять свою миссию, а я выполняю свою. Наверное, сейчас самый подходящий момент, чтобы сказать, что нам нужен новый план. Нет, не подходящий. Звероподобный комбайнер преследует нас по пятам. Так почему комбайнер Диноботов подключился к погоне? Может, он все еще злится на нас? Или может злиться на Предакинга и хочет разделаться с нами самостоятельно? Возможно, есть способ настроить их друг против друга. Мегатрон, ты жив? Что это за штука? Надеюсь, ты отдохнул, Мегатрон, потому что пришло время последней битвы. Стойте здесь. Я вернусь. Стоять тут?